Приветствую всех. Я участник проекта Павла Кувайцева «Чеснок 2023». В сентябре прошлого года я искал, куда мне разместить небольшую сумму средств под хороший процент дохода. И на Авито пришел как раз проект Павла. На тот момент был в работе проект «Морковь 2022», если не ошибаюсь. Вот, и как раз должны были начаться выплаты инвесторам. Вот. Ну, на самом деле, для принятия решения, участвовать или нет, мне понадобилось буквально там пару дней. Изучал юрлицо, да, КФХ, вот, читал в интернете. Ну и в целом, как бы, безопасно для себя сумму решил поучаствовать. Буквально вчера Павел закрыл договор. То есть перевел полностью тело и проценты, за что ему очень благодарен. Все было очень комфортно. Спасибо и желаю, чтобы у Павла развитие не останавливалось на достигнутом. И удачи и успехов.